Отмечу, что усиление системы экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми катастрофами, инфарктами и инсультами уже дает вдохновляющие результаты. Да, Юля, действительно, статистика смертности от болезней сердца и сосудов в Челябинской области снижается. А значит, скоро эту причину гибели людей мы сможем вытеснить с первого места. Сейчас расскажу обо всем подробнее и в доказательство приведу несколько цифр. Так, в 2000 году от сердечных патологий, по данным Челябинскстата, умирали 807 человек на 100 тысяч. В 2017 гораздо меньше – 576. Скачок количества спасенных жизней приходится на последние 2-3 года. Как раз в это время были созданы основные центры помощи сердечникам на базе районной больницы в селе Варна и при городской больнице имени Силаева в Кыштыме, открыты первичные сосудистые отделения. Благодаря этому удалось спасти десятки жизней людей с острым коронарным синдромом. А на базе городской больницы номер 3 в Миассе и больницы в Троицке организованы региональные сосудистые центры для пациентов с этой опасной патологией. Кроме того, создан центр мониторинга кардиограмм при 3-й областной больнице. В нем дистанционно, в режиме реального времени, специалисты обрабатывают ЭКГ пациентов со всей области. Оснащены кардиоджетами скорые. В результате смертность от болезней органов кровообращения в Челябинской области снизилась на 7,9%. За 4 года продолжительность жизни в Челябинской области выросла с 69,7 до 71,5 года. К 2020-му этот показатель должен увеличиться до 74 лет. К 30-му, в соответствии с национальной стратегией, до 80.